В историко-культурном центре состоялась конференция местного отделения партии «Единая Россия». В ней приняли участие члены фракции «Единоросса» в Совете депутатов Ленинского городского округа, члены политического объединения и его сторонники. Более 70 делегатов, представляющих первичные ячейки партии «Единая Россия» на территории муниципалитета, приняли участие в заседании. На повестке дня стоял один вопрос – о выдвижении кандидата для избрания на должность главы Ленинского городского округа. Исполняющий полномочия секретаря местного отделения партии Станислав Радченко предложил выдвинуть в качестве кандидата от партии «Единая Россия» на должность главы муниципалитета Станислава Катарова. Со многими мы уже здесь познакомились. Самое важное, что хотел сказать, что люди, которые показывают свое настоящее искреннее отношение к Ленинскому городскому округу, в таких настоящих делах, они в этом, конечно, не всегда скрываются и практически всегда с наилучшей стороны. Напомним, что глава Ленинского городского округа избирается Советом депутатов из числа претендентов. Участники конференции единогласно поддержали кандидатуру Станислава Катарова. Теперь ее должны утвердить в областном отделении партии «Единая Россия».